Маленькое видео про Wi-Fi розетки. Как справляться с бойлером, когда вас нету дома, включать его и отключать. Вот Wi-Fi розетка. Как она работает? Есть приложение. И вот я бойлер включаю и выключаю удаленно. То есть, будучи на другом конце планеты, имея любой интернет, интернет-розетка подключена к моему Wi-Fi дома. Если есть свет и если есть интернет, она будет срабатывать, включаться, выключаться. Как пример, вот у меня лампа над компьютером тоже поставлена на Wi-Fi розетку. Видно, что включается. Включается свет удаленно. Телефон не обязательно, чтобы был в Wi-Fi тоже. В том же Wi-Fi, он может быть в мобильном интернете, где угодно. Важно, чтобы был интернет. Как подключается розетка? Там очень просто. Добавляем новое устройство. Розетка Wi-Fi. И устанавливаем свой Wi-Fi.